Ну что, ребята, обновляется русский сервер, и сейчас мы, может, побомбим, а может и нет, по поводу всего, что есть. Запишу вам еще несколько видосов уже на русском сервере. Как, что, где, куда. Уже потестировал я это все на Тайване, и, в принципе, уже все плюс-минус понятно. Итак, есть один нюанс. Я вчера тестировал героя и рассказывал за него, и это, в принципе, так и вышло. Лиса донатная, призрак бездонатный. И самое интересное, что у Лиса этого иммунитеты все. Они написали, что они у призрака, но оказалось все наоборот. Поэтому вот так вот. Это донатный герой, его можно будет получить в острове, кстати. Так, это мы потом посмотрим, это мы потом глянем. Спасибо, GG. Прямо сейчас. Такс, давайте посмотрим карта богатства. Окей, отлично. Пять три раза парящий остров измени. Ну, вряд ли они не будут менять сейчас награды, они их изменят попозже. На следующий остров, скорее всего. Собери сам. Есть. Так, что тут 300, 300. Ну, я вам скажу, в принципе, если учитывать то, что на русском сервере дешевле в два раза, то еще более-менее куда ни шло. Здесь осколки барда. Барда вообще дешевле всего можно собрать на русском сервере. Так, что у нас по плюхам? Тоже есть наборчик за один самоцвет. Вы же как и на Тайване, они его сразу ввели. Сразу же кристалл морозного дракоши продают. Пакеты с новым героем. Такие вот пакеты. Эмблему сразу продают. На Тайване тоже, кстати, эмблему сегодня продавали, я показывал. Ну, новые значки титула. Только через них можно будет прокачать титул до определенного момента. Ну, это я уже показывал. Зайдите, посмотрите вчерашние акции. Ну, в принципе, на основном аккаунте здесь тоже вам покажу это все. Такс, набор волшебная кузница. Я сейчас пройдусь по акциям, я тоже это уже показал. На MX-10 и временные акции. Так, хорошо, с этим мы разобрались. Поехали по обновлению, поехали по героям. Снежная буря, которая замораживает всех противников на 2 секунды и наносит им в общей сложности 400% урона от атаки 5 секунд. Неплохо. Также в течение 2 секунд они не могут получать лечение. Тоже очень круто. Это очень круто на PvP локации. Это будет просто топовый герой, мне кажется. Лис получает 15% уклонения, когда он 5 секунд обладает иммунитетом к замораживанию, окаменению, обездвиживанию, молчанию, состоянию беста. Весь урон этого героя игнорирует иллюзорность. Вот так вот. Весь герой от этого героя. Ага, вот так вот. Иллюзорность у кого? Так, хорошо. Поехали на максималке, глянем, что он может. Замораживает всех противников на 3,9 секунды. Нифига себе. И наносит в общей сложности 1820 атаки в течение 5 секунд. Охренеть, это реально жесть. Они не могут получать лечение. Да вы что, бахнулись? Вы представляете, что это будет? Офигеть. Это просто жесть. 3,9 с 5. 4 секунды, ребят. 4 секунды с 5 заморозка. Ну, это реально круто. Это реально очень круто. Иммунитетов дофига. Блин, это жесть. 70% уклонения. Да ну нафиг. Это просто пипец. Честно говоря, я в шоке. Это просто аут какой-то, призрак. Призрак печальный, я даже вам читать его не буду, в принципе, вы и так все поймете. Да, вот, а вот лис это просто жесть. Это просто мега, мега у него скилл. Я думаю, это будет интересно посмотреть. Ну, ждем, ждем, когда его нам завезут на английском сервере, либо... Ну, здесь я его точно выбивать не буду, на английском сервере я вам его потестирую, покажу, но это реально будет интересная тема.
Такс, окей, с этим разобрались. Поехали дальше. Титул, талант титула, вот так вот оно называется. Вы можете их прокачивать постепенно, вот, до определенного получить все, и мы их получили все, а теперь их надо открывать. Ну, такое, знаете, прибавочка. Вот мне самое было интересно посмотреть. Все герои увеличивают здоровье, все герои критический удар, все герои дополнительное здоровье в подземках. Это реально очень круто. Критический урон увеличивает уклонение. Свой критический урон, сопротивление. В общем, титул надо качать реально. Получая все строения в пришествии монстра, вот это вот реально, ребята, круто. Получает меньше урона. Вот оно, вот где они сделали. Это интересно. Так, а тут у нас не только это есть. 2%, 24%. Так, это уклонение. Но тут дальше повеселей. Все строения, это для строений. Вот так вот. Все герои получили дополнительную мировую кредит 4 силы. Дополнительная атака. 2% тоже неплохо уже. Блин, ну это вот это вот интересная тема. Я скажу, это полезная тема в первую очередь для бездоната. Так, вот это мне интересно. Все герои дополнительную атаку на атаке фортов. Вот теперь будет веселуха, ребятушки. Не то слово. Подземелья. Так, ну а про битву гильдии нифига нету. Хотелось бы что-то для битвы гильдии реально. Но я пока не вижу здесь никаких бонусов по поводу БГ. Атаку фортов вижу. Фарм локации. Ну даже так, в принципе, неплохо. Возможно, потом они что-то изменят. Но максимальные статы, вот вы видите. Увеличивают атаку плюс 10 тысяч. Просто что-то нереальное. 30%. Это реально круто. Атака фортов. Но сюда дойти надо нормально еще на это нахреначить, честно говоря. Потому что не так просто получить эти кристаллы нолями. Вот 30%. Это реально очень круто. Но сюда надо тоже дойти. Такс, что у нас еще там нового? Что у нас еще нового интересного есть? Поменяли у нас награды, я уже показывал, на архидемоне и на этих всех. Здесь уже обновленные награды, поэтому реально стоит участвовать. Первые места. Здесь пятые, но там шестые. Чем больше вы будете набивать, тем больше вы будете получать. Поэтому это не надо пропускать. На архидемоне тоже поменяли награды. На уголке тоже поменяли. То есть... Здесь есть смысл сейчас сидеть, фармить, получить какие-то дополнительные плюхи. Дальше, магазинку у нас тоже изменили. За перки возможность получать. Ну, это такое, знаете, не у всех они есть, и это не для всех, скажем так. Поменяли у нас, добавили сюда шанс выпадения кристаллов, я его уже показал. В среднем... 60 попыток, это нормально, это 15 дней. Раз 15 дней, возможно, вам выпадет. Ну, может и быстрее, плюс-минус. А также в запределе, но это мы завтра уже протестируем. И в лабиринте привязку к силе поменяли. То есть пересмотрели формулу, и теперь нам типа будет намного легче с ними воевать. Ну, это тоже мы проверим. Ну и, конечно же, новая локация, которую не стоит пропускать. По ней я вам сделаю гайдик сегодня интересный, веселый. Покажу нюансы и моменты. Здесь только первый день на Тайване. Сегодня уже будет третий вечером. Посмотрим, что там интересного. Есть некоторые нюансы. И у меня такое опасение, что после 6-7 там будет сложновато ловить героя. Даже для донатов, потому что там есть... веселая тема. Ну, в общем, об этом мы поговорим в следующем видосе. Что у нас еще есть? Новый талант. Как оказалось, он не настолько
Облик я вам показывать не буду. Не настолько топовый, истинная Вера имеет кулдаун 2 раза. Вот, когда такое, то наносит цели 2 раза чистый урон в размере 250 от атаки. Это, судя по всему, насколько я понял, с руки для получения. Так, когда такое он превращает. Ну, то есть, насколько я понял, это именно так. Так, перки. С Феникс опять. Что у нас еще интересного? Это через один день закончится. Что у нас еще такого интересного, что я мог пропустить? Ну, по поводу героя я вам сказал, это просто писец. Новый герой реально имбовый, донатный. Так, мировой кризис сказал, отображение текста в блиц-турнире, максимальный алтарь, плюс 2. А, добавили у нас, ребятушки, рекламу. Можно посмотреть рекламу, вот это то, что я забыл там в некоторых видосах сказал, в некоторых нет. Рекламка здесь и рекламка здесь, если у вас есть вот эта тема, вы нажимаете смотреть, а вам выкидывает всякую срань, короче. Ну, то есть вы можете это смотреть, не смотреть, это на ваше уже усмотрение, ну, это встроенная реклама в игре. Ну, в принципе, вроде с такого все. Про линию защиты я вам отдельно сейчас видос запилю, конкретный уже такой хороший, чтобы был понятный для всех, потому что мы тестировали на Тайване. В общем, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Обновление, в принципе, довольно такое неплохое, не считая донатного лиса, который, мне кажется, будет просто мега эпический. Судя по его статам, 70% уклонения, это просто трэш. Просто реально трэш. Ну, посмотрим. В общем, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.